А вот самая главная новость, я, кстати говоря, так и не рассказал. Основная новость – это то, что 26 числа будет зеркалирование юбилейной продажи. То есть все, что продавалось в последний день юбилейной продажи, а там реально дофига всего продавалось, и огромнейшее количество нулевок было. Я помню, я список такой выкладывал, это «мама, не горюй». Вот эту вот распродажу обещают повторить 26 числа. Так что все, кто не успел купить нулевочки, могут просто радоваться и плясать. Ура!